это у нас профи Аэрос. Аппарат. Аппарат Капрана. Погодка начинает термить немножко. Ты флайдатом знаешь, как пользоваться, да? Что-что? Флайдатом знаешь, как пользоваться, ну ты знаешь параметры здесь. Эта лампочка пока не загорится, мотор не прогрет, не готов. Вот сейчас через 5 градусов она загорится зелененьким, можно лететь. Весь аэродром просит оценить, что-то тут такого особенного в этом профи. Что же тут такого особенного? Ну, посмотрим. Engine ready. Engine ready. Ну, ready, значит, ready. Ручкой ведет себя достаточно неуверенно. Ну, просит, что?
профиль, так что профиль. Профиль он профиль. Балансировочная 82. Включаем центровочку назад. Максимально задняя 74-73. Как он с термиками? Бодро. Задница трофи такая херня. Задней центровки. Офигеть. Скорость под 80. Болтает как я не знаю что. Еще и пикирует. Из пикирования выходит вообще еле-еле. Наброшены ручки. Усилий почти нет. Усилий почти нет. Обрывающий момент практически отсутствует. Господа, как вы на нем летаете, а? Срыв где у нас? Где у нас срыв? Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Еще раз. Вижу. Ну не стоит спираля, затягивает влево, влево затягивает. Затягивает, везде затягивает, везде разнообразие маленькое, охренеть. Усилий нет. Разнообразие маленькое. И это, блядь, называется по-вашему полета. Ах, какой ужас. Даже делать не хочется ничего. Вообще ничего не хочется делать. В смысле, хочется вот взять и выбросить. Вот прямо здесь. Есть парашют или нет? Блять, сука.
выбрасывать придется вместе с крылом. Это единственная причина, почему имеет смысл садиться. Ради чего старались, а? Ради 107 км в час? Чего вы говорите? Самоубийцы. Нет, господа, летайте вы сами на такую херню. Спасибо, все живы. Это главное. Я не знаю, тут записалась фраза или не записалась, которая там ключевая, да? в сердцах произнес. Единственная причина, по которой я принял решение садиться, это то, что при отстреле парашюта я буду вместе с этим крылом приземляться. Ужасно хотелось его выбросить прямо в воздухе. Ну, вообразие маленькое. Крутки практически нету. Ну, если по тангажу усилий практически нету. То есть они пропадают, ручка прилипает на груди, особенно на скорости. Момент от винта на скорости ощущается. Ну, правда, к слову сказать, это очень даже небольшой. Он ощущается, но очень незначительный. Но самая большая проблема – это маленькое вообразие и отсутствие достаточной продольной устойчивости. Короче говоря, я называю тех, кто любит такие крылья, самоубийцами. Ну, у каждого свой путь, у каждого есть своя причина, почему нужно кончать с этой жизнью именно таким способом. Я в это не вмешиваюсь. Это так, мое такое как бы мнение. Я бы его отрегулировал, скажем так. И это на задней центровке. Задняя центровка у него там 75 скорость. Ну, должна быть... Да, очень, очень большие усилия по тангажу. По кренам. А если V-образность добавить, это еще больше? Нет, не обязательно. Увеличится устойчивость, но может попадете. Главное крутка. У меня крутки нет. Устойчивости никакой совершенно. Он вытворяет там, что хочет.
То есть ручка живет, и ручка и аппарат живут отдельно друг от друга. Вот они, движение не согласовано. На атоме хотя бы там, если ручка гуляет, то сюда, она, видно, что все возмущения отрабатываются. Здесь они не отрабатываются, здесь происходит такой кардебалет такой, блин. Вот такая вот херня, блин. Абсолютно бессистемное движение, и если ты его не отлавливаешь, то, ну, беда. В спирали ни в одной стоит, ни правой, ни левой. Затягивает. Маленькое вообразие. Одинаково, да? А? Одинаково, да.